Решение о самороспуске депутаты принимают единогласно. Вместе с председателем Александром Фетисовым они досрочно слагают в себя полномочия. Совместная работа с Думой в таком составе была эффективной, отмечает Олег Фурсов. Сделано действительно очень много. И появились качественные дороги, появилась обновленная набережная, город стал краше, изменилась система управления городом. Это ваша заслуга. Реформа местного самоуправления даст свои результаты, не сомневаюсь, в ближайшее время. В системе образования произошли серьезные изменения. Порядка 30 дошкольных учреждений вернулись в систему муниципалитета. Вновь избранным депутатам районных советов предстоит не менее интенсивная работа. В ближайшее время – организационная. За ближайшую неделю они должны определить, кого делегировать в городскую думу от своего района. Их предшественники помогли коллегам и еще в августе утвердили проекты уставов и бюджетов. Это основа для их работы, но, безусловно, у них появится возможность и время для того, чтобы эти бюджеты доработать, исходя из своего видения, приоритетов и тех реалий, в том числе экономических, которые сейчас будут складываться в ближайшее время. Пустовать зданию Думы недолго. Первое заседание городского парламента 6-го созыва состоится уже через неделю, 23 сентября. Марина Матвеевна, Максим Гусев, «События».